А может просто ее надо убить? Отлично, в сраку. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня, друзья, я приглашаю вас на последний, заключительный эпизод по игре Raft. Мы с помощью зиплайна залетели в какое-то здание, и сейчас мы будем его с вами изучать. Посмотрим, какие тайны нам откроются. Например, вот тайна первая. Куча всяких хламов, которые, в принципе-то, уже, наверное, и не нужны. Не знаю, для чего меня продолжает этим всем пичкать. Посмотрите, мы можем вот здесь вот пройти. Тут какой-то самодельный настил. Потому что мы можем таким образом использовать зиплайн и сразу туда отправиться. Зачем нам туда? Нам вообще нужно? Еще мы можем вот здесь пройти. Нет, стойте, давайте пока не будем идти. Нам еще не сказали, что сюда нужно. Нужно вот это все собрать. Ключ! Ключ от входа. Вот сейчас бы ушел, блин, без ключа. Этот вход? Нет, не этот вход. И даже не этот лифт. Нам точно нужно теперь сюда. Но давайте сначала прошмыгнемся сюда, посмотрим, что здесь есть. Ничего здесь нету. Только бы не упасть по дурости. Все, окей. Понеслась. Но ведь нам можно и отсюда было сюда попасть. Получается, мы просто за ключом сгоняли. Ключ от этого... А, требуется два ключа. Требуется два... Ой, все не так просто, как кажется. А где искать еще один ключ? Неужели я где-то его упустил? Это очень может быть. Вероятность огромная. 1000%. Ладно, тут еще есть какое-то здание, на которое мы не обращали внимания все это время. Пришло время обратить внимание. Там люди. Ключ. Требуется ключ от тюрьмы. Где его искать? Получается, там тюрьма с какими-то персонажами живыми. Слушайте, а как вам туда забраться? Оп, еще какое-то место, дверь закрыта с другой стороны, блин. О, ладно, мы поторопились. Возможно, это даже не последний выпуск Рафта. В какую-то халупу точно можно зайти, надо просто внимательнее быть. Вот здесь. Закрыто с другой стороны, да вы че? Я вижу, там лестница еще какая-то есть, на крышу ведет. Почему они все закрыты? Ну как почему? Чтобы я нашел ключ от них, чтобы я побегал здесь. Тут все просто не бывает. Остается только один вариант. Посмотреть еще раз в этом доме. Возможно, я просто тупо пропустил ключ. Ну давай. Тщательно осматриваем все. Нету. Нету. Под этим домом еще есть, оказывается, какое-то хранилище. Тут ресы, ничего полезного. Окей, давайте еще раз по зиплайнем. Смотрим внимательно, что у нас тут есть. Здесь только один ключ, больше ничего нет. Ага, появилась у меня одна идейка касательно вот этой закрытой двери. Мы же можем прямо вот отсюда, с крыши зайти сюда. А может быть тут что-то и найдем? Так, здесь есть веревка. И дверь мы открыли. Все. Ах, как я мог не заметить. Прямо возле тюрьмы лежит ключ. Вот, все, два нашел, и тут записка еще есть. От жителей Утопии. Не доверяйте Уолфу Вилкстрому. Когда он появился, мы поверили его словам. Он использовал нас. А теперь всех бунтовщиков бросили в тюрьму. Иными словами, вообще всех. Если вы это читаете, знайте, Уолф, скорее всего, на рынке наверху. Берегитесь его бешеных тварей. Пожалуйста, заберите у него универсальный ключ. Освободите нас. Освободите Утопию. Ребята, я сейчас освобожу Утопию. Все, я нашел ключ, долго искал, извините. Получается, Улов притащил с собой гиен, этих хищных, которые здесь ходили. А как он с ними жил? На чем он там приплыл? На плоту своем каком-то? Как он с ними там жил? Может быть, он загон какой-то сделал? А почему нам нельзя было делать загоны для животных? Мне кажется, было бы круто, если можно было разводить животных, приручать, кататься на животных. Я скучаю по арку, вот. Все, мы прошли. Тут ничего нету, никуда нельзя зайти. Мы прошли, продвинулись, идем вверх. Мы были на 12 этаже. А, тут же здания все вниз идут, да. На дно океана. О, елки зеленые. Такое ощущение, как будто как раз-таки кто-то пришел и сделал вот эти вот интересные всякие строения. Пристроился, так сказать, к крутым домам. Ладно, нам здесь надо быть внимательным. Не хочу ничего пропустить, чтобы потом не возвращаться. У нас здесь распутье. Говорите, использовать. Чё? Чё это? Для чего? Какая-то бочка. Требуется шестеренка. Хорошо. Понял. Шестеренка. Опа! Прям платформер классический начинается. Но погодите. Здесь у нас еще есть возможность вот сюда пойти. Тут требуется молоток. Блин. Ладно, только сюда и можно, получается. Только сюда и нужно. Пойдемте.
Надеюсь, эта штука меня не собьет. Окей. А я могу просто перепрыгнуть ее? Да, я же могу перепрыгивать. На самом деле, это вообще не челлендж. Ой, ой, сложно, 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 сложнее, чем кажется. Все, мы смогли, успели. Ага, здесь еще. А на сетку можно прыгать? Ну, наверное, надо для этого здесь... Да, можно прыгать на сетку. И можно с помощью этого попадать во всякие интересные места. Например, вот это. Здесь ничего интересного. Пойдемте в другое место. Более интересное. Блин. Эй! Фух, благо страховочная сетка есть. Я думал, все, сейчас придется снова подниматься. Как я так лоханулся? Стоп. Прыгаем, присели. Встали, прыгаем, присели. Они типа энергию вырабатывают таким образом? Или они хотят сделать летающий город, как в Биошоке Инфинит? Стоп, блин, вот здесь вот надо миксовать, миксовать. Оп! Черт! Сетка! Спасибо! Опа, посмотрите, здесь еще одна бочка. А, нам нужно будет вот сюда подняться. Давайте, еще разок. Оп! Присели, прыгнули, прыгнули. Да ты что делаешь? Она прям сразу скидывает, это как будто скрипт такой задела, значит скинула. Я не намерен это терпеть. Это дерьмо. Быстро встал, прыгнул. Да... Что нафиг? Да как? Да как? Да как? Все, 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 хватит. Хватит меня пихать. Есть, я смог. Куда нам? Ага. Ползем. А теперь вот сюда. Слушайте, это, по-моему, штука быстрее крутится. Ну, гоу, оп. Ладно, здесь не так. Не так сложно, как мне казалось. А вот так просто здесь бежим, да. А вот здесь... А вот здесь вообще легкотня. И меня скинули. Теперь придется все заново проходить. Какая хрень! Посмотрите, реально заскриптовано здесь меня скинуть. Она меня прям отталкивала. Вот видите, она меня сталкивает, если я к ней касаюсь просто. А ведь это даже не лопасти. Это был просто крутящий механизм. Понятно, в общем, к центру не касаемся вообще. Нам нужно, получается, в какую сторону? Наверное, вот сюда? Вот так. Да, стопудов. Оп. Идеально. Идеально. Ну чё, все, задействовали механизм. Сейчас еще одна платформа, на которой нужно будет шестеренка. То есть, получается, мне еще раз нужно будет пройти все это. Кстати, я... Дайте, тут наверняка жратва. Кокос, отлично. И молоток. Найс. И шестеренки требуются. А, я думал, я их отсюда просто возьму. God dang it. Ладно, выше пошли. Можем? Можем. Вниз? Не можем, тут же шестеренки требуются, о чем я говорю. Ладно, получается, нам нужно просто молотком сейчас побить по тому замку. Здесь, походу, будут шестеренки как раз-таки. И нам нужно их целую кучу собрать. Я не стану повторять, оставьте утопию мне. Иначе вы будете последними разведчиками в истории. Зачем тебе утопия одному? Так убежал, как шкодник маленький. Еще и мост поднял. Короче, реально здесь появился босс. Итак, смотрите. Два, два, три, что? Один. Лук? Нет, это все не для этого. Надо что-то другое сделать. Кстати, шестеренки лежат. Ой, блин, погодите, что? Их надо тащить вручную? Здесь написано B, а здесь ящик. Что-то с ящиками и шестеренками нужно сделать. Один, три. Использовать. Использовать. Не используется. Полезли выше. Что ты от меня хочешь? Я упал. А! Ну да, получается, нам нужно будет каждую шестеренку по отдельности вытаскивать. Эти ребята просто мастерски время тянут. То есть, условно, мы это не можем взять. Ничего не можем взять. Только ящик. Только ящик, чтобы... Допустим, вот сюда поставим. А может быть, еще выше полезем? Еще выше можно полезть. Вот мы поставили. И чё? Воу! И ящик остался висеть. А! Ну я понял. Хорошо. Все. Он сам просто автоматически кидает этот груз. Вот сюда. Нам нужно единицу сюда поставить. Блин, что-то перебором. Перебором, по-моему. Убираем. Вот, выровняли. Выровняли, чтобы куда нам потом после этого? Сейчас надо пройти узнать. Вот мы здесь. А, мы к этому мужику. Но нужна шестеренка. Все, пойдемте забираем шестеренку. А, мы не можем с ней ползти.
Ясно, ясно, ясно. Тогда нам нужно вот это убрать. И здесь четверочку, да? А, не здесь. Троечка просто, вот сюда. И она прямо сейчас вниз опустится, прямо вниз. Четенько. Нифига, нужна четверка здесь. Все, убираем. Ну, получается, тогда и здесь нужно убрать. Куда требуется шестеренка? Куда он пишет, требуется шестеренка? Сейчас вот отсюда просто запрыгнем, вот так. Здесь спустимся и заберем этот груз. Требуется шестеренка? Видимо, здесь как раз-таки мне понадобятся эти ящики. Вот, сложили. А, и третий я зачем-то туда упер. Но он здесь лежит. О, боже мой, шестеренки, даже с ними прыгать нельзя. А, у меня еще припасы заканчиваются. Нехорошо все это. Окей, кладем вот так. Отсюда спускаемся, забираем шестеренку, кладем. Вот все шестеренки теперь здесь. Так, и вот мы здесь на самом верху. Давайте тройку кинем. Че, как? Нет, нет, не совсем. Не совсем то, что я хотел. Сюда единицу. А это уберем. И двоечку еще нужно кинуть, мне кажется. Двоечка. Стоп. А единицу убираем. Да блин! Ну, как бы правильно. Я правильно все сделал в любом случае. Просто бесит, что я сквозь пол проваливаюсь. Хорошо, вот шестеренки. Все. А, они теперь тут и будут лежать. Все, мост готов. Берем шестеренку следующую. Она, вот она. Ну ладно. Посмотрите только! Грязные рафтеры превратили роскошные апартаменты в помойку! А, это рафтеры понастроили. Освободить их от обязанности — лучшее, что я мог для них сделать. Ты не прав, ты злодей. Поверить не могу, какие вы все неблагодарные. Классная анимация у него. Хорошо, он мне скинул лестницу все равно. Какой молодец. А, нет, опять нужно заниматься этими грузами. Да вы чего? О, ноу. Здесь тоже требуется шестеренка? Да, требуется. Вот, все. Шестеренки здесь все. Получается, я могу их сколько угодно наплодить, этих шестеренок. А, нет, смотрите, они исчезают постепенно. Окей. Просто побаловались чуть-чуть. Это мы любим. Ну что, давайте в самый верх. Нам нужно каким-то образом теперь подобрать правильное количество веса. Начнем с пятерочки, я думаю. Перебор. Вот здесь ставим единичку. Пятерку убираем. О, смотрите, держусь. Четверка, да? Нормуль? Нифига, нифига. Мы опять куда-то... Стоп, давайте вот так вот. Четверка. Двойка. Убираем четверку. Мы все ближе. Тройка. Единичка. Нет. А, здесь вообще ничего нету. О, все. Решили головоломку. Молодцы. Берем шестеренку. Продолжаем дальше куда-то идти. Куда идти? Вот сюда идти. И здесь. Куда нас ведет в итоге? Стоп. Дверь закрыта с другой стороны. Да чтоб меня. Вот. Да, 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 вот мы уже к этим механизмам подошли, значит, надо забрать шестеренку. Куда ты упал, Евгений? О, нет. Как так я упал? А, я же не могу с шестеренкой прыгать. Я себе только что сделал очень нехорошо. Ладно, может быть, я здесь дотянусь до нее? Есть вероятность, что я дотянусь. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. А, невелика беда. Я и так справился. Куда нужно было шестеренку положить? Куда-то на какую-то платформу. Стоп. Потянуть веревку. А, и вот она поднимается как раз-таки. Хотя я уже это делал. Вот платформа. Положили. Ага! И так мы ее направляем туда, куда надо. То есть, получается, нужно сейчас будет сходить к тому месту, все сделать, потом снова прийти. Короче, вот этой мутью сейчас надо будет заниматься. Отнеси, вернись, принеси и так далее. Да что ты будешь делать? Я не могу. Куда она отнесла ее? Вон она. Да куда ты меня сталкиваешь? Будь ты проклята. Мельница. О, есть. Прыжок. Оп. И меня пихнуло обратно просто. Нагло, вероломно. А, жив. Ура. Ура. Ура, где? Ты здесь. Окей, шестеренка... А, все, всего одну нужно. Прекрасно, едем наверх. 26 этаж. Ты где, генерал? Как там тебя зовут? Выходим. Уже и рассвет. Отлично, я ненавижу ночью здесь ходить. Ну что у нас здесь? Еще один гребаный ящик. А это что? Клетка. Клетка, ящик, клетка. Я не знаю, для чего это. Окей, эта дверь открыта. Что теперь? Куда теперь? Пойдемте сначала налево. Возьмем жетончик, может быть, здесь какие-нибудь припасы вкусненькие. Нет, все бесполезно. В таком случае идем сюда. И, скорее всего, нужно взять с собой один ящик. Давайте возьмем с собой один ящик.
Вот тебя, клетка. Погодите, шестеренка. Погодите, мы здесь были. Зачем? А куда делась клетка, которую вынес? Она исчезла. Ага, я думаю, нам просто нужно наверх. Мы таким образом сократили путь. Да, мы выстраиваем здесь лесенку здесь себе. Вот так вот. Сюда, сюда, сюда и... Ты мог уйти, но ты не слушал! Хорошо, будь по-вашему. Добро пожаловать в утопию. Ты вообще где? Проявите благоразумие, разворачивайтесь. Что он делает? Воу! Что, у нас шутер начинается? Окей, я не буду. Здесь горячо, 100 пудов. Мы обойдем. А, он просто накидал и сделал нам неудобно. Это все мое! Черт! Откуда он кидает? А, вот ты где! Да я мог уже давно его стрелой замочить. Чё ты от меня хочешь? Нам нужно, я так понимаю, к нему каким-то образом пробраться. Этот человек болен, явно. Мы на крыше. Мне нравится, он так сейчас смотрит на меня, такой... Блин, он забрался. Этот момент я не продумал. Ящик. Камни. Блин. Давайте его сюда поставим. Вот, теперь я заберусь сюда. А потом я заберусь... Куда? Давайте все похлебки сожрем, что у нас есть. У нас очень мало воды осталось. Он что-то перестал стрелять. Ты все, простил нас? Походу, он нас простил. Он понял, что мы воин настоящий. Что мы не сдаемся. Ладно, я так понимаю, нам нужно просто вот здесь поставить лестницу. А, вот все, опять начал. Все, мужик, можешь не сопротивляться. Я сейчас к тебе... Блин, вот взял, меня запечатал просто здесь. Ладно, обойдем. Смотри, я уже почти здесь. Значит, как-то вот так делаем. Под себя ставим. Смотри, мы уже почти здесь. Теперь осталось взять вот этот еще и сюда запрыгнуть, под себя поставить. И мы уже почти что у него. А я так не допрыгну? О, почти допрыгнул, кстати говоря. Оп, ну-ка. Не, не смог. Ну ладно. Так, где-то здесь еще один ящик стоял. А вот и ты. Оп, привет. Привет, дружище, я уже здесь. Тактическое отступление, перегруппируемся. Он спятил, он, кажется, спятил реально. О, ключ от склада, но это не от тюрьмы ключ. Теперь вы можете изучать электрический блок для зиплайна. Все, я его загнал в ловушку почти что. Осталась последняя капля воды. Ой, блин, надолго не хватит, надо быстро действовать. Че это такое? Это склад, а ключ уже есть. Закрыто с другой стороны, ну конечно же. Опа, здесь дырки. Воу, гиены. А там что? Там что сидит? Закрыто с другой стороны. Окей, хорошо, гиены глючат, я сделаю ей одолжение. Выходим. Просто убьем. Какие же вы тупые, вы живы только благодаря мне. Да сейчас я быстренько справлюсь с твоими дурацкими гиенами. Оп. Попал. И попал. Готово. Да ладно. Ой, горю. Но мне нужно собрать гиену срочно. Ай-яй-яй-яй-яй. Чё, опять нужно собирать лестницу из ящиков? Ты это откуда? Нет, тащит! Нет, хватит меня тащить! Нет! Я сдох! О боже мой, как же долго мне... О нет, ты еще! Где ты? На тебе! Что у нас осталось? Бутылка воды осталась, благо. Фух, это хорошо, это хорошая новость. Ладно, мужик, генерал, подожди немножко, тут кое-что сделаю быстренько. Вот так вот, друзья, я потерял бдительность и поплатился за это сразу же. Я и зиплайна лишился. Но я думал, мне не нужен. Откуда у меня здесь столько ресов? Я же никуда не плыл. Они сами набираются? Так, смотрите, посылки. Что же с тобой делать, посылка? Погодите. А, зажимаешь мышку и вот. Вот оно, что оказывается. Теперь я знаю, как открывать посылки и понял, для чего они нужны. Наконец-то. Сколько лет прошло. Будь ты проклят, генерал. Он мне всю жизнь испоганил. Всю жизнь. Я потерял столько ценного. Хотя был уверен, что мне это нафиг не нужно все. То есть я больше не имею права сдыхать. Хотя, может быть, потом снова вот так вот ресурсы здесь возьмут и сами по себе наберутся. Набрали жратвы, набрали воды. Можно идти. Быстрей! Хаваем свеклу по дороге. Злимся под неловкую музыку в лифте. Выходим. Так, давайте сразу отсюда продумаем, куда нам нужно строить наш мостик. Вон платформы, я понял. Гиены будут постоянно спауниться здесь, значит, немедлим, просто бегаем и собираем. Собираем ящики, ставим. Раз, готово. Двигаемся постоянно. Помню, что гиены очень свирепые твари, они еще могут схватить. Но пока я не стою на месте, они меня не хватают. А, чуть-чуть. Все, хорошо. Да давай же, потухни. Фу-фу-фу. Все, отлично. А, нет! Очень опасно, я с собой целебную мазь не взял. Отлично.
Еще немножко. Нет, черт меня! Нет, нет! О, смотрите, как мало хп! Забери сюда! Нет! На ящик тоже не помогает. Какой сложный босс. Слушайте, а может какой-нибудь прикольный рецепт применить? Например, ужин из акулы. Грибочки и еще нужна синенькая веточка. Для аромата. А у нас только одна и осталась. Ну что, готовься. Как? А, вот доски положили, хорошо. Начать готовить. Теперь нужна миска. У нас есть миска. Ну что, готово? О, да. Вон, ужин из акулы лежит. Два раза сдохнуть на боссе. Я на той стрёмной акуле не подыхал. А старый маразматик меня уже два раза смог поиметь. Причем это гиены, которые казались такими беспомощными всегда. Одно копье возьму. Все, готово, пошли. Злимся под неловкую музыку из лифта. Прыгаем на ящики. Прыгаем на другие ящики. Ну все, чувак. Все, это хана тебе. А, я мог не оббегать все это вот таким вот образом. Вот же лестница есть. Ясно. А я бы не смог ей воспользоваться. Теперь я могу воспользоваться. Отлично. Что ж, там почти что же все выстроено. Берем ящик. Запрыгнули. Найс. Как ты меня схватила? Как ты меня... Что вы делаете? Да как ты меня хватаешь? Блять. Ага. Ты, сволочь такая. Все подохли. Че, не хватает? Не хватает мне ящика. Последний, 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 последний. Раз, два. Да что ты не прыгаешь? Да что ты не запрыгиваешь? Почему ты не запрыгиваешь? Почему ты не запрыгиваешь? Надо убить их, надо убить их. У меня есть время. Давай. Да, пожалуйста. Патронов нет. Черт! Хорошо, готова еще одна? Что у нас? Почему я не мог запрыгнуть? Я не ставил этот ящик. Он сам поставил. Он сам решил поставить себя. А я больше не... Я ничего не понимаю. Да, наконец-то! Все, картошечка есть, отлично! Целебную мазь опять не взял. Ладно, по крайней мере, мы выжили. Все, я чуть не сдох снова. Все, водицы хлебнули, пойдемте дальше. Патронов нету. Все. Только теперь копье, мой друг. Че, вот сюда? Что это такое? Огромное. Ой. Из всех моих творений Альфа, настоящий воин, он умеет выживать. Слабые отсеиваются, сильные остаются. Вы, разведчики, были такими же. А мне только копье. Вы создали себя с нуля, вы не останавливаетесь, пока не столкнетесь с тем, что сильнее вас. Альфа, приготовься и убей! Чего? Чего мне делать? Хорошо, я пырнул ее. Молодец, Альфа, хороший мальчик. Он наплевал мне в рот! Он наплевал мне в рот! Отпусти! Я не знаю, что с цепями делать. Правда, не понимаю. Что, он кидает в меня камни еще? Тут это босс-файт. Я не знаю, что мне делать. Тут надо вот как-то использовать, возможно, эти... А может, просто ее надо убить? Отлично, в сраку. Сейчас он побежит. Оп! Я не знаю. Я не знаю, как это из этого... Я не знаю, как справиться с этим. Не знаю. Я не знаю, что ты хочешь от меня. Оставил мне ни хрена. Все забрал. Слушайте, у меня так ресурсы закончатся. Вся похлебка, которую я сделал, классная. Короче, они просто сделали какой-то лютейшего босса под конец. Я думаю, самое важное сейчас это сделать кучу стрел. Изготовить. Перьев даже не осталось. 24 стрелы я сделал. Ой, как плохо, ребят. Ладно, давайте еще мачете сделаем одно. И лук. Да в целом все. Просто пойдем сражаться. А тут, блин, гиены. Так, запинаем их просто, да? Сволочь, ты смотри, что делает, а? Да господи! Ага. Есть. Как-то вот так я делал, по-моему, да, так. Они сейчас заставляют меня снова проходить то, что я уже проходил. И я уже немножечко прокоцанно иду к боссу. Отлично. Это гиена где-то здесь? Где ты? А! Ох ты умная какая! Ну-ка вернись! Давайте пырять просто отсюда. Что? Погодите, я не попал по ней? О, попал! Вот так и стой, умница! О, хорошо! Куда ты побежала? Ладно, ну мы небольшую фору себе дали, получается. Ну давай, гиена, иди сюда. А это долго здесь будет булькать? Ладно, спрыгиваю, хрен с ним. Забираем свои стрелы. О! Ты уже здесь! Посмотрите! Стрелы просто облетают ее! Что это за физика стрел? А, хорошо, видимо, когда она зеленая, по ней нельзя стрелять, да, наверное? Черт! Вот, да.
Это ее магическая аура. Долго это будет булькать или как? А-а-а. Хорошо, хорошо, все. Мы поняли, что когда она мерцает, светится глянцем, все, она недосягаемая. Осторожней. Хватит, хватит. Так, 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 собираем. Собираем. Воу, воу, фу, кислота повсюду. Перепрыгни кислоту, умница. Нет. Хватит, хватит быть неуязвимой. Вот это прыжки у нее. Ну кто из нас альфа здесь, а? Давайте соберем стрелы, что ли, с нее. Черт. Черт. Немножечко осталось, немножечко. Нет. Я не знаю, как от этого освободиться. Тут надо, видимо, просто терпеть. Просто терпеть, хорошо, терпим. Сколько в тебе силы? Просто совершенный организм. У меня же скоро лук сломается. Что-то пролагало. Может быть, потому что я почти ее убил? Я убил ее! Нет, Альфа! Все зря! Соберем ее. Голова Альфы у меня теперь есть. Одели. Короче, я теперь в голове Альфа. Что, куда теперь? Это уже 36 этаж. А, нет, это лифт был на 36 этаже. Поднимаемся все выше. Ну, сейчас будет еще какая-то фаза, видимо. Вон он, назад! Вы ничего не можете сделать. Держитесь подальше! Это все мое! А, он упадет сейчас. Ох, какие эмоции. А, ну он... Черт, ну он так особо не упал. Ладно, больно, наверное, просто упал. Подвернул себе что-то. Тут ничего нету, спрыгиваем к нему. Добьем его. А! Ключ от тюрьмы. На тебе. Жалко нельзя. Снимите меня отсюда. Я лучше стрелу свою заберу. Опа, куча жетонов. И еще чертеж супер-мега-топора. Че, получается все, спускаемся? Титановый крюк и титановый топор. Прекрасно, хорошо, мы это сделали, отлично. Вы его не зас... Что? Он как будто здесь был. Ага, и куда нас сейчас приведет? Дверь открыли. Мы вышли! А, это та самая дверь. Прямо возле тюрьмы, как удобно. Все, хватит бормотать, ребята, я вас выпускаю. Теперь я новый правитель утопии. Что? Что? Кат-сцена! Когда океан буквально смыл цивилизацию, выжившие остались ни с чем. Но они не сдались. Разведчики встали из руин, дерзнули исследовать наш затопленный мир и вернули нам надежду. Благодаря их усилиям, утопия снова свободна. Это наш последний шанс начать длинный и трудный путь к восстановлению. А кто такая Ханна? Отныне мы все становимся разведчиками, готовыми нащупать следующий шаг для человечества. Феерический конец! Опа! Ты кто? Что? Поговорить? Куча людей здесь появилась. Все, мы теперь обитаем среди них. А если я убийца? Давайте теперь поговорим с ней. Это ты? Да, это я в тебя стрельнул. Не представляю, что бы делал без тебя. Спасибо, разведчик. Теперь можешь вернуться к нормальной жизни. И ты тоже. Ты будешь здесь всегда стоять, навечно. Ладно, что там? В будущем нам стоит быть осторожней. Турбина работает отлично. Турбина, точнее. Ого! Как такое вообще могло случиться? Приплывает какой-то вояка. Слушай, тут все начали говорить одновременно. Нас ждет счастливое будущее. Без тебя у нас бы ничего не получилось. О, картошки бесконечно. Не нравится мне этот улов. Никто не обращает на меня внимания. Может, теперь прислушаются? Мы обязаны нашим будущим вам. Нет слов, которыми могли бы выразить вашу благодарность. Просто кошмар. Я торговка и приплыла сюда за товаром. А потом бах, повсюду бешеные гиены. О! Все в изобилии! Ну что, все довольны? Эти идиоты ничего не умеют. Скоро они умрут с голода. И ты вместе с ними. Ты что, не видел, какие здесь прилавки забиты до отвала? Как классно, друзья. Как классно, что все теперь хорошо. Но я морской одинокий волк. Блюх! Мое место здесь, на плоту, вместе с моим настоящим другом, акулой. Вот она. Нет, вот так, когда ты делаешь, я вообще не люблю. Но в то же время я обожаю. Я буду первым рафтером, который сделает еще один новый шаг, нащупает его. Меняем направление наших моторов. Заводим их. Снимаемся с якоря. И отправляемся навстречу
новым открытием. Мы прощаемся с утопией, а вместе с тем и прощаемся с игрой Raft. Потому что это все. Последний эпизод мы закончили. Мы сделали все, что мы могли сделать. Мы освободили жителей, дали им новую надежду, победили злодеев. И теперь отправляемся в новое дальнее плавание. И это не только во вселенной игры, но и в жизни. Потому что, я уверен, впереди будет куча других очень клевых игр, которым мы с вами поиграем вместе. Я думаю, напоследок мы все хотим так хорошенько кринжануть. Оттого я зачитаю вам рыбный анекдот рандомный, который выбрал под предыдущим видосом. Елена Гринч прислала. Плывут две акулы вдоль побережья и видят серфингиста. Одна другой восхищенно говорит. Вот это сервис! На подносе, да еще и с салфеткой! Идеальное завершение Рафта. Что я могу сказать про Рафт? Это было клевое, очень долгое приключение. Но так уж получилось, что оно подошло к концу. Я очень надеюсь, что это путешествие вам понравилось. Если так, то поставьте лайк, пишите комментарии, что вы думаете. Я уверен, сейчас будет куча ностальгических комментариев о том, как когда-то мы только начинали в эту игру, и вот она закончилась, и вот арк закончился, который вы можете сейчас посмотреть. Последняя серия арк тоже вышла недавно. Какая-то эпоха концовок у нас началась. В общем, по поводу игры. Мне понравилось, было очень круто, очень насыщенно все сделали, максимально интересно, увлекательно, и больше мне нечего добавить. Надеюсь, вы тоже кайфанули. С вами был Юджин, друзья. Прощай, Рафт. Увидимся в новых играх. И всем пять!